Сегодняшнее видео будет о матовой серии помад от Rimmel из коллекции Last and Finish. Сейчас я хочу вам показать демо нанесения помады. Выбрала я красный цвет 111 Kiss of Life, чтобы вы могли наглядно видеть, как она сильно кроет, как она ложится, ее текстуру и так далее. Это выглядит вот так. Находится она в красном тюбике. Тюбик почти такой же, как у помады из серии Kate Moss. Черный тюбик вот такой вот, только красного цвета с черной надписью. А здесь черная с красной. Стоимость, сразу скажу, этих помад от 250 до 300 рублей колеблется в зависимости от того, где вы их приобретаете. За эту цену, мне кажется, отлично выглядит эта помада, достаточно стильная. Она плавно ложится на губы, скользит, но она скользит не как кремовая помада Rimmel, а как более силиконовая ее вариация. Сохраняя матовый финиш, она все равно не сушит губы и не высыхает на губах, знаете, такой вот хрустящей матовой помадой. Комфортно, но имеет матовый финиш. Запах у нее изменился, отдушка у нее совершенно другая, чем у помад Rimmel из предыдущей коллекции, вот из базовой, из коллекции Kate в черных тюбиках. Отдушка у этой помады с запахом киселя. А такой кисель, знаете, из пакетов, из таких вот блоков в детстве. Я такой кисель всегда любила грызть. Я уже говорила вам об этом, мои маленькие тайны. В любом случае, пахнет она гораздо приятнее, чем базовая серия помад Rimmel, как по мне. И я бы ее, честно, нюхала и нюхала. Держится она очень длительное время, учитывая то, что она матовая, естественно, она держится гораздо дольше даже, чем основная серия помад. Хотя те держатся просто, они неубиваемые, а это еще более неубиваемые. Даже светлые цвета не плешивят. То есть она наносится монотонно, покрывая губы, без вот этого вот ощущения, знаете, когда светлый цвет плохо ложится. Здесь этого нет. Поговорим о каждом цвете, которым я обладаю отдельно. Начнем с того, который я держу сейчас в своих руках. Это цвет 101. Бледный розовый, такой нюдовато-розовый. Для меня это более весенний вариант. Я его ношу в таких вот нежных луках, женственных. Но для многих это может быть повседневный нюд. Для многих девочек, у которых светлая кожа. Светлая такая, белоснежная, для них, мне кажется, это будет просто шикарно. Но я могу видеть большинство людей в этой помаде вполне себе спокойно. Поэтому, мне кажется, очень универсальная вещь. Следующая помада в оттенке 105. И оттенок этот классический оттенок Kylie Jenner. АК губы 90-х. Если вам нравится такой лук, если вам нравятся такие помады, присмотритесь к оттенку 105. Он имеет какой-то микрошиммер, на губах его не видно, но в тюбике я его как-то заметила. Опять же, естественно, матовая текстура, но что-то вот микро-микро шмерит, вот все равно я это как-то вижу. В любом случае, помада отличная, универсальная, такой коричневато-розоватый нюд. Следующий номер, это номер 110, и это коралл. Не знаю, даже коралл ли это? Это какой-то неоновый коралл, я бы сказала. От того, что он матовый, он смотрится еще более ядреным на губах. Вот этим летом я его носила очень часто, очень мне нравится. Напоминает по своим свойствам помады из серии Rimmel Kate в оттенках 13 и 6. В другом видео у меня есть обзор, естественно, на эти помады. Я вам оставлю ссылку и внизу, и вокруг себя оставлю ссылку. Но эта помада тоже из серии неоновая. Посмотрите на мои губы. Отличная вещь. Для тех, кто любит такие помады, прямо люто-бешено советую, потому что она реально обращает на себя внимание. Она действительно ядреная, действительно насыщенная помада. Для лета идеальный вариант. По крайней мере, для меня. Последняя помада, которой я обладаю из этой серии, это помада 111 под названием Kiss of Life. Эта помада — это такой вампирский, сексуальный, чувственный красный, который тоже у меня в ходу. Холодная больше, чем теплая. Этот цвет я могу видеть, наверное, фактически на любом человеке. То есть это универсальный красный. Если вы ищете матовую красную помаду такую на выход и не знаете, к какой присмотреться, и хотите помаду, за которой, опять же, не надо следить, то очень сильно рекомендую этот оттенок. Kiss of Life. Целую жизнь, и как можно устоять перед этой помадой. На этом, девчонки, я буду завершать. Надеюсь, какой-то цвет вам приглянулся и понравился. Если у вас есть из этой линейки цвета, которые вам нравятся, но я о них не сказала, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что мне, честно, всегда очень нравится с вами обсуждать, кому что нравится, какие у кого предпочтения. И вы мне всегда советуете какие-то вещи, которые я потом хожу по магазинам, рассматриваю, и мне всегда есть что новое увидеть.
и добавить в свою коллекцию. В любом случае, спасибо за просмотр, всем ярких солнечных дней и до скорых встреч. Люблю, обнимаю, целую, пока.